Друзья, вчера у нас был шопинг, я показывал взрослых, что покупали, выбирали обувь. Все, а Милане-то тоже мы купили. Представляете, это же упущение. Милана тоже хочет, чтобы ее показали. И вот сегодня она будет одевать, мерить, как мы называем, лоты новые, свою одежду вчера, которую ей купили. И будет ее показывать. Давайте посмотрим. Лот номер один, друзья. Брюки и я не знаю, кофточка. Как... Молодец. Комментирую, потому что я-то не знаю. Слушай, ну очень красиво, да. Нежненько. Мне нравится. Мне больше всего нравятся желтые штаны. Что мне вообще нравятся желтые цветы, розовый нравится. И эта кофточка тоже красивая, с цветочками такая. Хорошо, да, для лета прям такой нежный цвет. Так, давай повернись, покрутись. О, красиво. И давай другой лот. Лот номер два, друзья. Ух ты, ну вообще, да вы посмотрите, какие брюки, а? Какой фасон, покрутись. Красиво, какой топик классный, посмотрите. Вообще шик, Милана, выглядишь... Отлично. Умопомрачительно, я бы сказал. Ну, но отлично. Я вмешаюсь, еще к этому топику есть вот такие... Ну это уже будет как купальник, да. Но вот сейчас, я скажу, свой взгляд, смотрится просто... Отвал башки. Хорошо. Да. Молодец. Лот номер три сейчас будет. Так что не только взрослые все порадовались, а ребенка тоже порадовали. Она сама выбирала с ее подругой Софией. Та тоже купила и сандалии, и купальник. И, ну, много чего набрали. Покупали все в Вайкики. Очень хорошие вещи, хорошего качества. Вообще Вайкики нравится. Кстати, там же купил и папа себе вещи, и мама. Ну, мы много вчера где были, много походили. Прям до самого позднего вечера. На последнем автобусе уехали. И вот хотел сказать, друзья, что очень заметно, что народу меньше. То есть в прошлом году в это время... В 10:30, там в 11 вечера на последний автобус было просто не залезть. Народу было столько, он проезжал, даже двери не открывал. Вчера мы ехали, думали, не сядем. Нет, автобус довольно-таки свободный, даже сидячие места были, мы сели, ехали спокойно. Без 15:11 мы ехали из города вот сюда, в Махмутлар, на единице. Она была совсем пустая, видно, что народу, конечно, маловато. Ну, может быть, позже подъедут, не знаю. Говорят, билеты очень дорогие, и отели подняли цены. Посмотрим, что будет дальше. А так, ждем. Лот номер три. Друзья, лот номер три. Такие спортивные штаны и футболка. Да, майка. Такая. Майка. Можно внутрь заправить, можно на выпуск носить. Угу. Очень хорошо смотрится. Слушай, ну молодец. Еще что-то есть? Лот номер четыре. Да, есть. Давай, одевай, посмотрим. Друзья, лот номер четыре. Подсолнухи? Да. Я сама выбрала вот эти с подсолнухами. Юбка, кофточка. Покрутись. Слушай, ну здорово, такой летний наряд, прям красиво тебе, да, молодец, приятно. Есть еще что-то? Нет, все. Это все? Да какой парень? Взрослые сидят, пьют кофе, общаются, смотрят на гору, которая в тучах и манит, но мы туда сходим. А девочки, значит, чем занимаются? Ногти клеим, я уже наклеила. Каникулы, ура, можно и ногти наклеить, смотрите, что делать, Милан, покажи. Вот я уже тут два наклеила. Два уже наклеила. Видите, что творится? И это только 10 лет будет. Что, они будут клеить в 20 лет, да? В 20 уже, я думаю, мы уже не будем... Почему? Я в 13 уже сделала ногти. Что ты? В 13 уже хочу сделать настоящие ногти. Ага. О! А ты раньше? Я? Кстати, сказала, я раньше, нет? Я когда мама будет раньше. Друзья, мы снова в центре. Мы вдвоем с Ирой оставили наших молодых загорать. У нас, я вам расскажу, Татьяна, вы знаете Татьяну, Андрея, мама. И Юрий, Андрея, папа, родители его. У них юбилей 14 июня, то есть осталось всего 2 дня. У них юбилей, причем в один день, но 5 лет разница. Представляете, как классно? Ну у моих вот... родителей было так же, папа, к сожалению, умер, а также было 3 января в один день и 5 лет разница в возрасте. И вот мы сейчас идем, мы давно, уже месяц назад где-то, если не больше, заказали им картину. Ну вот что подаришь людям, понимаете, вот, на юбилей. Уже взрослым, состоявшимся. Да. И здесь есть картинная галерея, которую я неоднократно вам показывал, где мы покупали Андрею картину на день рождения. Да. Вот мы там заказали Тане с Юрой портрет, да, не знаю, как нарисуют. Спасибо. Ну, мы все, пока. Из понравившейся фотографии, согласованной с Андреем. Да, Андрей прислал эту фотографию, он сказал, что она им очень нравится. Причем она сделана здесь, в Турции. Вот мы идем сейчас, так сказать, увидеть,
что нам нарисовали. Я волнуюсь. Ну, посмотрим. Мы специально не снимали раньше эту передачу, чтобы не испортить сюрприз Андрея родителям. Эта передача выйдет после дня рождения, поэтому можно сказать, как мы делали и заказывали. Ну, вот сейчас идем, все вам покажу, как и она выглядит. Эта фотография как раз вызывает у них такие положительные эмоции. У Андрея было как раз день рождения, он справлял его на яхте, и вот там была сделана эта фотография. Да. И Андрей она сказал, что да, тоже. Она им очень-очень нравится. Вот по ней мы и решили нарисовать. Мы видели, как эта женщина рисует другие портреты, в общем-то, нам понравилось. Так что, это всегда лотерея, в общем. Дай бог. Думаю, что это хороший подарок. Знаете, да. Это хорошая память картины. И даже потом останется Андрею. Андрей может передать там своим внукам. Ну, в общем, здорово. Идем, друзья, покажу. Мы сами были бы тоже рады. Мы вообще любим картину. В столе было все стены забиты, скажем так, картинами всякими привезенными. Ну, мы привозили их, да, из Таиланда, с Бали, да. Отовсюда. В общем, было интересно. Идем, покажу вам все. Встретили своих подписчиков. И Леонид нас. Очень приятно. У Мигроса всегда и покушать, попить. Там вот наши люди. Спасибо, ребята, что смотрите нас. Они из Казахстана. Алмата. Вас приветствую. Как вас зовут? Игорь. Игорь и Ирина. Очень приятно. Спасибо, ребята, что смотрите. Отлично. Всего вам хорошего, удачи. И будем жить здесь, отличная что делать. Передача. Все увидимся. Мы удачи очень вам. Рады были вас видеть. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Всего пока-пока. И еще, друзья, стоял рядом, разговаривал с ними. Смотрите, как котик пристроился на прокатном самокате. Красиво отдыхает. Народ ходит, машины едут, видите. А ему все равно. Он просто спит. Но не на полу же, правильно? Поэтому очень уютненько. Прям спит. Вот свое транспортное средство. И он даже глазом не ведет, но все равно. И красиво прибывает. Ну вот, друзья, опять мы в этой галерее. Артхаус. Картины немножко поменялись. Пойдемте зайдем, посмотрим, готово. Или нет. Вышли из галереи, еще встретили наших подписчиков. Сергей, откуда вы, Сергей? Из России. Из Сибири. О, Сибирь, классно. Здорово. Он стесняется, но он точно хочет передать своей любимой привет. Майне фау и хлеба дих. Ну вот, здорово. Спасибо вам, что смотрите, очень приятно. Молодцы, что подошли. Я сначала не поверил, подумал, что это не вы. Потом смотрю, да нет, вроде вы. Спасибо. Очень приятно. Спасибо, что вы так смело подошли. Это здорово. Давайте сделаем фотку. Давайте. Вышли из автобуса в нашем районе, быстро нольки приехали. Я, друзья, не показал вам картину-то, забыл. Она, короче, не готова еще немножко. Завтра будет готова, завтра поедем и заберем. Но она так полуготова, хорошо. Мне понравилось. Или не, Ире не понравилось. Мне понравилось. Я ей объясняю, это портрет. Ей говорит, надо бы было помоложе. Ну как, это же портрет с фотографией. Не то, помоложе, не обязательно прорисовывать все морщинки. Не, ну тогда, это же портрет. Тогда надо было фотографию... Все понятно. 25 с возрастом. Ну и вот видите, тоже оказалось так, вот оговаривали сроки. Вот, понимаете, всегда... Нет, первый раз мы сказали 14-го, понимаете? А потом, когда приехали, мы сказали 12-го. А у нее, ну, она... Видно, осталась память 14-й, она считает, вы же типа на 14-й. Хотя она записывала, когда мы давали предоплату, память осталась. Записывала. Когда предоплату давали, 14-й записывала. Да, а потом переписала. Ну, может, забыла. Ну, в общем, завтра поедем, заберем. Будем надеяться, что она подсохнет, все будет хорошо. И вам покажем. А сейчас идем домой, не знаю, чем будем заниматься, может быть, с нашими молодыми городами. Спросим, какие у них планы, все вам покажем. Друзья, вечер. Мы все собрались. Ждем Олега в нашем фойе. Милана на красоте, София на красоте, в новых вещах, молодцы. Меня не трогайте. Дмитрий на красоте, он в новых белых шортах. Кстати, мы вчера-то не показали. Ты очень хорошо делал шопинг, но шорты мы, вот вы не видели, вот шорты. Очень, кстати, хорошо идут. Очень опасаюсь. Черный верх, белый низ. Белый не носить, обшагивающий не надевать. Ира, кстати, тоже в новых вещах, новые брюки. Ира, как тебе удается не испачкаться? Молодцы. Дошли до магазинчика, девочки пить захотели. Мальчики пока держатся. Не держимся. Идем, друзья, по вечерям в Махмутлару прогуляться. Просто пройдемся, ну, ребятам интересно. Ну и вам покажу, если что-то будем видеть интересное. Махмутлар вечером всегда приятно. Пришли съесть мороженое, выбираем. 20 лир. Один шарик. А вот с
Здесь у нас симпатичная площадь с фонтанами, много кафе, видите, там вот этот кафешка такая, Тавук, где курочку подают. Здесь у нас Перничи Озей магазин, где всякие сладости мы покупали, были с вами. И вот Анна пошла в этот US Polo магазин. Ламберджак, Гап, Хаммерджак, US Polo. И здесь вот видите, красивый вот этот ресторанчик, облюбованный европейцами. Он вечером сейчас загорится красивыми подсветками. Это башня с часами, здесь самый центр, так сказать, Махмутлара. Нашли в классный парфюмный магазин. То есть вроде как парфюмерия турецкая, но она вот фирменная. То есть вам дают каталог, вы выбираете, что вы знаете, какими духами вы пользуетесь. Он дает вам попробовать. И очень хорошо, запах похож на 100%. И очень-очень стойко пахнет. Классная вещь. Самое главное, что они стойкие. Магазин красивый. Вот Аня сравнила, она знает те духи, которыми она пользуется, я не помню название. Она похож, очень похож. Все надушились, пахнем приятно. Девочки довольны, получили брелочки. Еще купальник себе купила. А, и купальник купила? Да. А что не показала? Он у мамы просили. Все на запах. Мы вернемся к нему. Да. Мы сейчас все про... Попробуем, да. Мне вот манталь этот нравится, да. Сладкий который? Девочки решили ударить по коже. Мы давно в этот магазин не заходили. Когда Аня приезжала на Новый год, мы смотрели, покупали здесь туфли для Нового года, для празднования. Вот сейчас здесь витрина сменилась, и красные, белые. Магазин вообще такой шикарный, много чего, много кожи. Интересный магазин, ну и цены такие тоже интересные. Здесь вообще, вот видите, сразу кожаные сумки, кожаные куртки. Сумочки прикольные. Много чего интересного. Куртки, смотрите, какой цвет кожи. Обуви много тоже всякой. Девочки. Прям на Эстонию, смотрите, какой мех. Внутри. Ух ты, да. Для нашей погоды, да? Да, ой, они здесь прям много выбора, огромные, слушайте, такие интересные. Знаете, какие. Ну, здесь цены такие кусачие, ну и качество тоже очень здесь такое хорошее. Цены очень, да, такие. Ну и качество тут хорошее, да, очень качественное. Сапоги для нашей погоды, для Эстонии. С мехом, причем таким мощным. Какой-то размер 38, но не широкий. Кажется, как сверху прям, да, 41. Да. Еще вот такие. Эти белые вот эти стоят 90 евро. Это кожа, чистая кожа. Есть и 110. Блестящие, как ворона. Ну хорошо, мне нравится. Ты же девочка. Я же девочка. Говорить. С покупкой, Ира. Да, с покупочкой. Я довольна очень. Буду блистать в Таллине. Да. Нет, действительно красивый. Парк аттракционов. Помню, мы как-то сюда заходили даже. Девочки с Димой где-то здесь, пока мы там покупали обувь. Они, наверное, на автодроме катаются. Они любят, да. Ну, как я и сказал, на автодроме уже гоняют. Папа стоит, нервничает. А девочки там застряли. Погнал! Ребята берут кукурузку, такую с маслечком, приятную. Я не знаю, там маслечко нет. Нет, он масло уже кладет, там вкусно будет. Я только соль видела. Да. Здесь, друзья, парк большой и вот этот вот рынок поделок. Люди сами своими руками изготавливают какие-то поделки и здесь их выставляют на продажу. Очень интересно, кстати, есть. Вот эти вязаные вещи такие. Ну, я уже как-то показывал, но все равно сейчас вот наши ходят. Им так интересненько. Эти тарелочки. Красивые. Да, тарелки красивые. Расписанные, мы же как-то снимали. Она сидит, только смотри, да, да. Рисует. Девушка сидит, сразу их расписывает. Эти синие птички красивые. Они понравились какие-то тарелочки. А здесь, вот, смотрите, такие вязаные сумки. И тоже круто. Посмотрите, такое связать. Есть игрушки вязаные. И сумки.
Что ты спрашиваешь? Я цены спросила. Значит, вот эти вот большие, как вот где Дали, и вот эти зебры, это 750 лир. Вот эти внизу, которые поменьше, они 600 лир. В принципе, цены хорошие. Ну, нормальные цены. Друзья, ну и мы снова здесь. Ектомол. Смотрите, как он красиво горит. Еще полностью не стемнело, но уже как он здорово смотрится. Милана быстро нашла себе красивое место. Да. На Луне. Красиво здесь, друзья. Сейчас пойдем попьем кофейку. Gloria Jeans Coffee. Опять мы здесь, пьем холодный кофеек, то холодный, то горячий, Gloria кофе, очень хорошее место, уютное и самое главное, очень хороший кофе здесь. Сели здесь. Точно как Starbucks, один в один, такой же вкусный кофе, такая же вкусная выпечка, продается тортики, печенье, маффины, все есть, очень все вкусно. Проходим ресторанчик с живой музыкой, и я хорошо пою. Друзья, добрый день. Вчера мы вместе с Ирой ездили за картиной, вот то, что мы рисуем, то, что мы заказали Татьяне и Юрию на юбилей. Она была немножко не готова. Ира, конечно, расстроилась, так психанула, что мы приехали, и она немножко не готова. Можно было, конечно, подождать, но там 3 часа нам не было смысла кататься. Сказали, что приедем сегодня. Ира сегодня со мной не поехала. Я иду один, иду на автобусную остановку, поеду один. Заберу эту картину. Я даже вам вчера не показал ее. Ну, мне понравилось, как нарисовали. То есть очень похоже. Самое главное в портрете что? Чтобы была похожесть. Или не понравилось. У нас разошлись мнения. Ну, я вам вот покажу. Вы напишите в комментариях, понравилось, не понравилось, как нарисовали. Ну, кстати, да, вы не видели фотографий. Надо фотографии вам тоже показать. В общем-то, довольно похоже сделали. Повезло. Прям нашел автобус, добрый едет. Устал. Идти на единицу, сел на него, он пустой, доедем быстренько. Я думаю, это в любом случае лучше, чем бы я ждал на единице, неизвестно, когда она придет, может, полчаса пришлось наблюдать, я уже доеду до города пока, чем ждать. И там лучше пройду пешочком немножко со второй улицы до этой картины, так что едем. Друзья, вышел из автобуса, там была парилка, слушайте, ехал минут 40, наверное, на 2Б, он едет там через больницу, за вороты разные, через метро. О, так жарко, слушайте, в автобусе весь мокрый, вышел на улицу прям глоток свежего воздуха. Да, автобусы у них, конечно, не предназначены. Вот за все время, сколько езжу, один автобус попался только с кондиционером. Новый был, вот просто единица шла, и был кондиционер, было очень приятно. Так, конечно, ну вот иду пешочком, сейчас выйду как раз на ту улицу, где продают картины. Заберу и сяду на единичку, поеду назад. Друзья, попытка номер 2, вот этот салон. Вчера не получилось. Зайдем сегодня, заходим, она была почти нарисована. Вот так вот, мне кажется, очень похоже, даже очень натурально, очень красиво, отлично. Мне кажется, здорово, прямо похоже, это же, ну, все-таки портрет, я покажу фотографию чуть позже. Пока она заворачивает, покажу, у Питера разные кружки, то есть керамику они тоже расписывают, я уже показывал, делают все. Эти вот такие картинки по 250 лир, интересные, очень небольшие, есть небольшие по 300 лир. Керамика и картинки. Можно на подарок расширить эти картины. Очень интересно. Много керамики, ведь они сами расписывают и вот в этих печах обжигают. Эта картина шикарная. Ну, кому в стиль, вообще я считаю идеально. Здесь много большой выбор картин. Или они под заказ вам нарисуют то, что вы хотите. Довольно неплохо рисуют. И мне нравятся цены. Цены здесь очень такие демократичные, скажем так. Это мой хороший подарок. Забрал картину, друзья, ее упаковали мне. Все, теперь в обратный путь. Но назад поеду на единицу. То есть сяду на первый автобус и напрямик вдоль набережной уже доеду. Будет немножко побыстрее. Все, едем домой. И там должны прийти наши Аня, Дима. И вроде как они с ней хотят идти на шопинг в Аланиум-центр. Так что будет интересно. Все, друзья, у нас вечер.
мы идем на встречу с нашими молодыми и поедем... На границу на нашу. На границу Кестеля и Махмутлара. И поедем вместе в Аланиум-центр. На шопинг посмотрим что-нибудь. Кстати, вчера мы были в Ектамоле, и Олег там купил себе куртку. Я вам покажу. Слушайте, куртка огонь. Она кожаная, такая пилотская. Стоила она 19 900 лир. Ну, натуральная, меховая. Купил он ее за 7500, что ли, по большой скидке. Слушайте, вчера померил, думал, сегодня побежал, забрал. Но он ее отложил. Она была последняя, да? Да, слушайте, куртка вот реально огонь. Я хочу потом показать, чтобы он одел. И куртка реально хорошая. А за такие деньги... А он в магазине не одевал? Одевал, я просто не снял. 280 евро получается всего. Такая, слушайте, куртка прям. И магазин такой, этот Тигран, магазин довольно дорогой. Там много обуви хорошей. Так что такие куртки у нас, в общем-то, носибельные. Можно и они у нас очень дорогие. 1 октября одел, так до мая месяца да, не снял. Да, для Эстонии она имеет, правильно. Может, прямо на футболку носить, она будет такая теплая. А сейчас идем, встретимся. Смотрите, кто идет. Это банда. Это эстонская банда. Эстонские селябрити. Привет. Снимаем друг друга. Привет, девочки. Привет. Милана. Привет, дорогая. Ну, рассказывай, что делали сегодня? Что мы делали сегодня? Мы пришли к вам, кофе попили, потом мы пошли на пляж, позагорали, накупались. Да, здравствуйте. И потом пошли домой кушать, готовили. Вот сейчас едем. Едем, да. Олег, я рассказывал, что куртку ты купил, ты обязан ее показать. Куртка огонь. Не, потом мы. Все, пойдемте на автобус. Красиво идете. Вся команда вышла из автобуса, единица доехали быстро, водитель, гонщик мимо остановок проезжал, не останавливался. Друзья, вышли мы на перекресток сюда к Аланиум-центру, шум большой машины, дорога большая. Идем у себя Gloria Jeans, и здесь у нас Нева Аутлет. Ну, покопаться, если это неплохие вещи можно найти. Реально, есть что-то из вещей. Раньше я как-то скептически относился к этому магазину, а вообще неплохо. То есть и брюки, и джинсы неплохие, и даже неплохие цены. Шорты плавательные есть хорошие. И вот заход через кофейню. Кофейня тоже очень хорошая. Это Gloria Jeans Coffee. Только что вот сам у нас на футбаре показывал, и вот здесь тоже эта кофейня. Вот номер один. Она слишком свободная, нет? Нет, да, как-то они... Даже у Ани таких нет во всяком. Узковато, да. Думаешь, а где узковато? Вот номер два. Ну вот эти, да, неплохо, и цвет хороший, слушай. Вот эти неплохо, да. И сзади сидят. Не стыдно люди выйти? Нет, и сзади сидят хорошо, и неплохо. Эти как же, нет, хорошо. Не очень обтягивающие, по-моему. Они чуть-чуть растянутся. Ну... Как вариант. Это Аланиум-центр. Видите, как здорово. Вид с кафе прямо на эту дорогу. Здорово, да? Так, здесь довольно симпатично, я вам скажу, что деревья, тут так, ну, стена. Очень даже неплохо здесь, прям симпатичненько. Здорово сделано. Просто никогда не было. Намерились, поднялись наверх. Там, где кафе, рестораны, я вышел вот туда на балкон. Тут большой фудкорт наверху, видите, много. Выбрали себе немножко дёнер, пиде, съели все это. И сейчас пойдем в де-факто. Наелась, Милана? Да. Окей. Настроение улучшилось, да? А мы не ели. Ели? Это Миланина. Зашли, было солнышко, вышли, уже стемнело. Люблю, когда темнеет, еще не совсем темно, так приятно, подсветки включаешь, сразу совсем другой вид, все красиво. Куриное кафе, курочку можно поесть. А вот наверху, видите, где я показывал, вот наверху вот эти кафешки светятся. С красивым видом на дорогу, а мы идем рядом магазин, де-факто большой магазин. Аня здесь в прошлый раз приезд покупала много интересных вещей, вот идет опять посмотреть, веселую примерку устроить. Вот он, магазин де-факто большой, и здесь... Аня говорит, много неплохих вещей в прошлый раз она купила. Милана стоит, нас ждет у входа. Вот она. А мама уже пошла на примерочку, да, Милана? А? Пойдем.
Вон они уже тут ходят. Они набрала много лотов, смотрите, сколько, целую корзинку. Пойдем мерить. Что-то под эту юбочку надо верх подобрать. Сейчас подберем. Ну вот, рубашечку какую-нибудь. Беленькую надо, да? А, футболочку. Вот, целую корзинку. Стоим в очереди, примерку. Слушай, народу везде, везде очереди. Да. Лот номер один, юбочка. Короче, юбочка, да. Мы представим ее, как будто там с другой блузочкой. Я не нашла, что под нее подобрать. Ну, просто знаю, что беленькая там маечка, рубашечка или что-то. Ну, не знаю. Вот зеркало видно, да, вот так. Ну, вроде ничего, да. Вроде ничего. Ну, сейчас будем дальше смотреть. Так, ладно, следующее. Лот. Булочка с розовой девочкой. Лот, лот номер 2 и 3, да? Да. Брюки, карго. Карго, да. Я вообще хочу себе карго. Но эти что-то белые меня не украшают. И они только-только. Мне вообще тяжело подобрать брюки. Видимо, рост нестандартно так, высокий. Так тебе, в общем-то, неплохо. И это самое. Они все такие, знаешь, подстрелыши. Я вот это вот не люблю. Садишься и вот это вот. Ну, нет. Они должны быть прям поднижены. Немножко другие желтенькие. Там, ну, такие, посмотри, пожалуйста. Может, есть другие. Да, как 48. Фасон. Да, 40-й. Вот так, ну, все знаете. Ну, пока мере купальник, я пойду посмотрю. Ну так, так себе. Ну, мотивчик, да, интересный, но мне оно не идет. Сзади спина вот как-то спина, так, да. Спина, и да, она мне некрасивая, и тут все некрасиво. Нет. Меришь штаны разных цветов. Мне очень не нравится. Такие у тебя рукавчики фонарики. Дайте мне косу, пойду я в поле. Нет, так очень удобно. Но некрасиво. Давай дальше брюки. Ладно, брюки сейчас побили. Милана выбрала себе платье. Это пижамка. Пижамку с гарпой. Да. Мне нравится. Будешь мерить? Да. Это, кстати, она мне по колено, я ее примерила. И это 11-12 лет. Как раз тебе на следующий год. Такие штанишки, но да. Попробуй какой-то на 38, да? Хотя ну, так вообще очень круто смотрится. Они так и должны, затяни, не знаю, они должны быть такие, по идее. Ну, принеси мне для успокоения. 38, да. Ну что? Что купила? Купила себе вот 100. Да, это пижамка. Красиво? Нормас. Нормально? Я взял, да. А ты мерила? Да, хорошая. Она такая. Это Милане, Мир. Вот это очень тактичная девушка. Она, да, так облегает. Она тебе подходит? Конечно. Милане, ночнушка. У меня на карточку ничего не пришло. А я деньгами. Сорила, я так делала. Там всего-то ничего. Я, Саш, жду, когда придет оповещение. Так, 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 чик-чик. Я футболочку стромненько. И штанишки красивые, карго. Да. А футболочка нам покажи. Футболочка покажу вам. С девочкой? Да. Ну, розовая, кто бы сомневался. Аниме, грустное аниме. Да, это там. Милана захочет. Тут написано, а разноруски второй раз не подлежит. Это такая, ну, оверсайзная. Ну, видели, как я там с этими штанами, в общем, мерила. Как я потом так. Там папа. А только что одни штаны. Ну что, 10-й час. У тебя еще есть. Поедем домой, чтобы их состоялся. Классические, конечно, классические. А это карго. Снимать, да, вот она тебе покажет. Здесь тоже свет огонь, да. Так, я только про карго знаю доставку. Это за счет штаны карго, за счет того, что у них эти карманы здесь. Они каркают. Короче, раньше 90-й стиль был такой, так, помнишь? Так и говорили. Переходим мы с тобой покупали так такие вот, говорили. Это все вернулось. Варенка, здесь варенка. Они вот эти за это, ну, я в Америю. По-русски тебе красивые, подходит, да? И здесь это. Будет на ну и цвет этот хороший, лучше, чем белый. Да, белый она одела, говорит, что-то не то. Не то, да. Что-то не то. Нет, этот цвет хороший. А это было получше. Все, едем домой. А в город гулять? Пойдем, с удовольствием. В горы забыли. Да, давай! А в горы же эти идут. Мы-то не идем в горы, поэтому идем гулять. Расскажу вам, завтра с утра, мы рано, в 6 утра договорились, видите, пока нет жары, пойдем на эту нашу гору, которая вот у нас видна с балкона. Сначала к подножию горы. Сначала к подножию горы, все сниму, вам покажу. Но вроде как Дима нашел дорогу наверх горы. Я ходил как-то давно, Милай постоянно смотрит, наверное, год-полтора назад.
в гору. Дошел до подножия горы, а как на нее вверх подняться, я так и не понял. Даже нашел указатель, параглайдинг наверх, но я не понял, как туда идти, везде тупик. Ну вот посмотрим, что Диме карта. Комод это, да? Комод, да. Комод. Приложение, оно вроде показывает, как идти. Ну вот пойдем завтра. Мы с Олегом-то отсюда посмотрели на эту гору. Там чуть-чуть попроще подъем, но все равно. Так что с утра пойдем, пока не жарко. Легкой рысцой. Все покажу вам, друзья. Сейчас идем на автобус. Расстаемся на границе. Все, пока. Вам вот туда, в темноту. В темноту, да. Район Кестеля. А мы пойдем... Все, вот пока. Туда. Да, мы пойдем туда. Нам видите, как мы живем, да. А не в тот район, а мы в этот район. Хорошо, пошопились. И завтра утром в горы. Я не шутил. А он действительно в 6 утра ходил в 5. Я уговорил на 6. Пойдем, сходим, пройдемся. Что-то я мало верю, что мы найдем. Тропу на самый верх. Я думаю, ее там нет. Ну, посмотрим, не знаю. Приложение показывает. Вдруг есть. Все, друзья, мы в своем районе. Смотрите, как у нас тут все красиво горит. Курт-сафир и наш тоже домик. Смотрите, у нас у дома посажен цветок гладиолус. У меня ассоциируется это с 1 сентября. Аня, когда была первый класс пошла, у нее было куплено, у меня 5 таких. Она была маленькая ростом и стояла с вот такими гладиолусами. Был ветер в Таллине, тогда она вот так держала бедолагу, у нее руки замерзли. Я сейчас увидела, в начале июня здесь они расцвели. Говорю, Милана, у меня гладиолусы ассоциируются с походом в школу. И астры. Кто знает, такие еще цветы есть. Астры у нас такие много. Это осенние, да. Осенние, ну, все, цветы. Идем домой. Такая у нас не получилась прогулочка, друзья. Вот мы подошли к дому. Еще один гладиолус. Да, еще один, смотрите. Да, посадил кто-то из них. Красивый. Красивый. Зашли в фойе, друзья. А здесь сидит Лариса со своими внуками. Одна и внучка, ждут? Второй внук. И ждут они маму. С еще одной внучкой. Да, как Лариса сказала, еще с одним драконом. Да. Два дракона на месте. И главное, мамочка едет. Соскучились по мамочке? Конечно. Ты или дети? Ты, конечно. Я больше всех. Кто бы сомневался. Я больше всех. У мамочки дорога длинная, сегодня она с ночи добирается, да? Ведь с 4 утра и встали. Здравствуйте. В 16 часов вылетела, в 7 удобный, была. Удобный рейс. Но больше едет, чем летит. Трансфер такой, надо было випку брать. Вот наши поэтому и заказывают вип, что сразу их сил. Да, а так укачаешься, пока всех развезут. Ой, вот. Вот мамка едет. Да, она уже писала. Чего себе. Ну это еще. Только подъезжает. Я сказал, с 6:30 ты сказала, не едут? Нет, сколько они из Анталии? А, с 7:30. Это тут вот время 10:30. Ничего себе, только подъезжает к Алане, сообщение прислала. Нормально. Ну ничего, уже раз подъезжает, уже будет сейчас через 20 минут. Да, минут 20. Но я боюсь, что если по Алане еще будет развозить... Может трансфер, быть, тогда, ну, час. Так что отбой, можете поспать. Да.